Всем здравствуйте, с вами Марета. Сегодня мы посмотрим, что случится в ближайшие 10 дней. Да, все, что я сейчас скажу вам здесь, случится в ближайшие 10 дней. Будем смотреть на Таро Санта-Муэрта. Да, сейчас будем смотреть. Напоминаю, что расклад является общим, поэтому за более личной консультацией обращайтесь ко мне на WhatsApp. Смотрите, здесь момент такой, что мне Санта-Муэрта говорит, мы смотрим на Таро Святой Смерти, мне Санта-Муэрта говорит о том, что вы услышите, что враги повержены, что враги получили пизды. Вот простите за выражение, но так. Я вижу, что вы будете радоваться. Вы долго ждали, вы долго ликовали, вы долго... вы очень долго, знаете, как вот хотели, чтобы люди... о которых вы услышите, чтобы с ними что-то случилось. А вы прям реально желали им даже смерти, но не желали никак процветания. То есть вы услышите о том, что случилось что-то с вашими недоброжелателями, и эти недоброжелатели повержены, реально повержены. И вы знаете, как будто вы испытываете эмоции, которые вы никогда не испытывали, как будто вы заново родились. Вот, здесь идет такая информация, что вы услышите о том, что враги действительно повержены, и у вас это вызывает, ну, такие хорошие эмоции, что дальше вы не знаете просто куда. Далее, в течение еще 10 дней... у вас идет признание от бывшего мужчины, что остались страсти к вам еще, да, что остались к вам чувства. Но вот вы просто послушаете и не будете ничего делать, потому что, в принципе, как бы вы даже и не будете знать, как среагировать. Вот вы как это послушаете, ну, просто примете в свое сведение. Дальше вы делать ничего не будете. Далее очень будет крупная такая сумма вам поступит. Здесь вы получаете за свои страдания от высших сил ту сумму, ну, на которую вы не будете рассчитывать. То есть вы получаете ту сумму, ну, вот, которую вы не думали, что можете получить, да? Это как раз вот перед Новым годом. То есть вы, хотя эта сумма вообще реально свалится с неба. То есть эта сумма реально, она свалится с неба. Вы не будете просто знать, что, ну, за что просто. Это может быть что угодно. Написал клиент, если работаете в магазине, какие-то продажи. Может быть, какой-то бывший там, я не знаю, вам подарит или что-то. Да, здесь идет та ситуация, что вы получаете деньги, вы получаете изобилие. Вот, может быть, если вы работаете сами на себя, да даже не сами на себя, вы берете какой-то заказ и получаете за это деньги. То есть, да, тут идет еще и такая информация, вы получаете и за это средства. Да, вот так вот. То есть здесь вы находите ответ на свой вопрос, который вы искали очень давно, вы получаете. И знаете, я смотрю, что вы его находите на просторах интернета. На просторах интернета. Смотрите, кто-то мечтает о союзе с вами, кто-то мечтает о браке с вами, но в этом браке вам ничего не может дать. То есть вот есть мужчина, у которого есть желание быть с вами в браке, но вот такой он, да, по финансам он вам ничего не может дать. Дальше я смотрю, будет женщина, идет к вам на порог, которой вы почему-то ответите «нет». А что ты, кто?
эта женщина придет к вам на порог, та женщина, сейчас минуточку, которая захочет, что ли, избавиться